Друзья, всем привет, вы на семейном канале. И сегодня мы начинаем новую рубрику «Папы vs мамы». Друзья, у нас с мамой в руках по две таблички. Мама, папа. Мы подготовили список вопросов. Мама про них не знает, знаю только я. Я кое-что взял из комментариев, кое-что взял из головы. Сейчас я буду спрашивать, и мы вместе, не сговариваясь, будем отвечать, какую работу кто выполняет по дому. У нас сегодня первый выпуск «То, что делать дома». Ну что, поехали? Поехали! Вот Дэн подсказывает, что поехали. Итак, кто гуляет с ребенком? Мама гуляет с ребенком. Папа. Ну, Денис считает, что и мама, и папа. Что, у нас мнения сошлись? Мнения сошлись. Следующий вопрос. Кто моет полы? Мама. Мама моет. Да. Мама. Люблю я это дело. Мама у нас активно моет полы дома. А ты полы моешь дома? Мама моет полы. А ты так, полы, мама? Так, кто стирает? Ну, я бы сказал, конечно, стираю машинка, но... Мама, да, я тоже поддержу. Мама стирает. Но я стираю свои носки, нижнее белье и додончик иногда стираю. Так, поехали дальше. Кто пылесосит? Мама. Папа. Так, а вот здесь у нас вообще-то мнения разошлись. Мама, друзья, папа, это неправда. Мама, чаще пылесошу я, разве нет? Папа пылесосит. Слушай, мы договорились, что папа пылесосит. Поехали дальше. Еще мама. Кто вытирает пыль? Мама, я сделал вот так. Ой, у нас здесь мнения сошлись, мама, друзья. Папа, видите? Мама. У нас по-разному как договоримся, и когда у кого какое время есть свободное. Так. Но самое главное в семье, кто выносит мусор? Мама с папой. Ну здесь папа. Мнение едино, мне кажется, все мужчины в Российской Федерации выносят мусор. Так, поехали дальше. Кто готовит? Папа, мама, мама. Я бы сказал папа, деда. Ну так что, раз мама. Деда нету, мама, там лично. Поэтому сама? Мама, да. Мама сама готовит. А ты готовишь, мама? Так, следующий вопрос. Кто занимается обслуживанием автомобилей? Мальчик. Это Короночка. Короночка, папа, конечно. Папа. Ну тут безусловно. Папа. Тут победитель папа. Папа. Папа машинки обслуживает. Да, папа. Папа, так, ты я слушаю. Кто отвечает за семейный бюджет? Ну да, правда, и у нас мама это экономка, она умеет считать, все скидки, магазины и так далее, все на ней. Поехали дальше. Кто укладывает Дэна спать? Мама. Вот Денис подсказывает. Мама, ты укладываешь проще. Спать, мам? Конечно. Укладываю. Конечно, укладываю. Тут все понятно, Денис он в колерке, его хорошо слышно. Мама. Да, Денис спит вместе с мамой, потом приходит папа. Кто ремонтирует технику дома? Мама! Отлично! Но нужны же какие-то вопросы, мама, где я точно выйду победителем. Технику? Да, конечно. Ага! Кто больше зарабатывает? Папа! Ну, конечно, папа. Папа, ты зарабатываешь? Ну, друзья, сегодня вот это все вопросы, которые были подготовлены. Пишите в комментариях, что вы хотите от нас узнать. Что мы в следующий раз можем обсудить. Наша рубрика «Папа vs мама». Мы также с удовольствием ждем ваших предложений. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Пока-пока.